как отдыхать, чтобы больше зарабатывать. С вами Алекс Овенга и добро пожаловать на наш перископ. Мы находимся в городке Монтерей. Помните, была реклама кафе Монтерей? Так вот, и здесь находится гольф-поля. Всем привет, здесь мы отдыхаем. Уже вечереет, сейчас будет закат, но мы его с вами не увидим. А что мы с вами увидим? А правильно, мы увидим с вами, как отдыхают американцы, что есть нормальный отдых. И действительно, от того, как мы отдыхаем, зависит то, сколько мы зарабатываем. То есть, если весь отдых — это просто компьютер, телевизор, социальные сети, заработки будут не очень. Но если вы в выходные выбираетесь на море, играете в гольф, общаетесь с интересными людьми, сидите вот в таких вот ресторанах, чуть попозже мы присоединимся, и да, еще хуже — пьянка. Как отдыхаете? Вот какой у вас любимый способ отдохнуть? Да, давайте рассмотрим. Hello, Russia! Yes, hello, Moss. I don't know what that. Да, всем привет! Потому что одна вещь, которую я заметил, что мы здесь в Калифорнии, вот что я сейчас замечаю, что я работаю над своим стартапом здесь, и это с одной стороны 6 дней в неделю ты над этим обфигачишь, плюс российский бизнес — это еще, да, действительно, тоже то еще приключение, потому что у нас 10-часовая разница, и действительно приходится много работать. Вот. Хотя многие думают, что мы здесь просто рубим бабло, просто тусим и ничего не делаем, а деньги мы вообще воруем. Вот. И один из важных моментов, когда вы отдыхаете, очень важно выбираться с людьми, с которыми вы потенциально можете зарабатывать больше. Ну вот, например, мы сегодня вырвались из наших трудовых будней. Я считаю, с гениальными путешественниками, с людьми, которые просто остались последними путешественниками, все уже не могут, а вот они, у них хватает сил. Может быть, даже вы сейчас увидите кусочек Артема Мельника, который вам скажет всем привет. Да, тоже отдыхать с семьей. Мы на перископе. Помнишь, в ледниковом периоде остался последний да, мамонт? Да, 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 это последний мамонт, да. Это последний мамонт из путешественников. Артем, сколько ты стран посетил? 75, вот сейчас 76. 76 страну парень поедет. Ему просто повезло. Но, 76 да, стран. Но дело не в количестве. Дело не в количестве. Дело в качестве. Наверняка есть любимые страны, в которые несколько раз приезжал. Вот США. США. Сколько раз ты в Америке уже был? Четвертый раз. Полгода, да. Полгода. И есть действительно любимые страны. Какая у вас самая любимая страна? Потому что, на мой взгляд, путешествие — это самый лучший способ для того, чтобы отдыхать, чтобы больше зарабатывать. Больше отдыхаешь — больше зарабатываешь. Да. Да. Это точно. Это 100%. То есть, чем качественнее вы отдыхаете, тем больше вы зарабатываете. Если весь отдых сводится к тому, что весь день сегодня, в воскресенье, вы просидите перед телевизором или, не знаю, там, просто просмотрите сериалы, ну, как бы жизнь проходит мимо, ребят. Лучший сериал — это тот, который вы снимаете сами. А кто нас сейчас смотрит? А нас сейчас кто смотрит? А из какого города? Напишите, из какого города. Там же ночь. Ночь, утро. Утро. Таиланд. В Таиланде, да, 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 да. Я им тут рассказываю про сладкую жизнь. Там ребята попивают манго-джуз, лежа на массаже, да. На великах поедем. Во-во, молодцы. Я молодцы. Нашел пару видео, где мы на массаже интервью записывали. Да ладно, надо выложить. Круто. Круто, да. Куала-Лумпур, Казахстан. Ставрополь. Ставрополь — это где? Ставрополь — это в России. Это в России. Вот где-то рядом. А Россия — это где? Россия ближе к Казахстану. Да, да, вот там, да, кстати, да, да. Вот Паттайя, Паттайя, вон, Паттайя понравилось. Еще. А что тебе особенно понравилось в Паттайе? Вот такие вот пейзажи сегодня. Пейзажи сегодня. Вот такие. Из какого города? Сможете задать вопрос, как Артему повезло посетить 75? Да. 75 стран. Как ему удалось? Нам тоже повезло посетить 55 стран, и, честно говоря, мне достало путешествовать, не могу больше, хватит, баста, все, достаточно. А мы, кстати, поехали сейчас в ледниковый период. А вот они сейчас поедут на... Куда? На Аляску, представляете, на Аляску, хотите вот на Аляску присоединяйтесь к Артему.
Вот, они сейчас едут на Алясках, на собаках утром ранним. Два места еще осталось. Осталось два места прямо сейчас. Вот. А если Аляска слишком далеко, то выберите сегодня какое-то новое место. Новое место даст вам новые инсайты, и не ровен час, ваша 76-я, 77-я страна рядом. Тихий океан, вот здесь. Пойдемте посмотрим Тихий океан. Хотите Тихий океан? Он такой тихий сегодня. Он сегодня позвонил с утра и сказал: слушай, я буду сегодня тихим. Да, этим вы зарабатываете. Да, нам платят за то, чтобы мы красиво жили. Вот пришло $500 в чек. $500 только что сейчас пришло. Вот, ты 100% людей обманываешь. 100% просто. Вот. Да. Артем, какие тренинги посетить для личностного роста? Тони Робинс. Тони Робинс и Ричард Брэнсон. Хочу научиться 1 декабря в Лас-Вегас. Вот. Это Тихий океан, ребят. Знакомьтесь, Тихий океан. Ребята, ребята, Тихий океан. Пэбл Бич. Пэбл Бич. Как городок называется у нас? Это Кармел. Кармел. Кармел один из самых дорогих городков. Здесь живут миллионеры, мультимиллиардеры. Вот трое из них. Трое из них, да. Да, вот они. Вот это. Видели? Это они. Это они всем владеют. Реально ли к нам устроиться? Да. Да, вполне. Я ищу сейчас двух помощников. А хотите в Америку за счет Артема Мельника? Кто из вас хочет в Америку за счет Артема Мельника? А? Расскажи им. Вот. Расскажи. Итак, значит, я сейчас ищу два помощника, которые будут помогать мне организовывать квест. В общем, кратко. Нужно 50 серебряных монет закопать в 50 штатах. Ты монеты даешь? Конечно. Вам дадут 50 серебряных монет. Ну, не 50, 45. 45. 5 я сам спрячу. А вот сейчас. Какой? А, это вот эта кучка, это оно и было, да? Да, да, да. Закопали. И, короче, нужно будет прилететь и все лето провести в США. Но это не расслабон, да, это, ну, работа. Ну да, работа. Нужно закапывать. Work and travel. Нужно много копать. Лопата есть? Поставьте плюсик, если лопату вы найдете. Готов, готов лопату найти. В чем суть квеста? Суть квеста в том, чтобы сейчас зайти на канал, посмотреть последнее видео на мой канал. Ну, конечно. Там в течение 5 минут я рассказываю. Сейчас не буду пересказывать, потому что я только сегодня выложил. Да. Обязательно, обязательно поделитесь сейчас этим видео с друзьями, потому что, так, вот так вот делаем снизу вверх и нажимаем поделиться с друзьями, вот так, иначе никакого квеста, никакой поездки в Америку. Да, подпишемся, делимся обязательно с друзьями, потому что чем богаче ваши друзья, тем больше вы можете сами путешествовать. Да, вот Андрей, Александр, все, молодцы, то есть как отдыхать и зарабатывать. Как, да. Как отдыхать и зарабатывать? Нужно... За счет Артема Мельника вы можете приехать в Америку. Обязательно посмотрите его канал. Последнее видео говорит о том, как вы можете 45 монет, да, закопать. Вам будет выдан Lexus. Lexus. В личное распоряжение. На Lexus'е. Lexus — это такая красивая большая машина. Да. Мы уже давно в Америке. Крутяк, крутяк. Ну что ж. Смеркается, и закат уже, закат заканчивается. Мы с вами заканчиваем наш бредоподкаст. Но на самом деле, вот что вы сегодня поняли, что такого важного сейчас поняли? Ну, кроме того, что можно поехать за счет Артема Мельника в Америку. Это, кстати говоря, не сказка. То есть они действительно едут на... у них есть 100 человек на 35 машинах через всю Америку в этом году. Да, меня зовут Алекс Авенго, наш канал занимается тем, чтобы вы зарабатывали и жили лучше, а Артем занимается тем, что он взращивает новых богатых. Ну вот, наверняка сейчас тоже ведет какой-то перископ. Значит, делитесь с друзьями, находите Артема Мельника на канале YouTube, и, может быть, вам улыбнется удача, и вы поедете за счет Артема в Америку в ноябре 2016 года. С вами Алекс Авенго. Отдыхайте сегодня хорошенько, отдохните. В 20:00 у нас вечером вебинар по Москве. Но он только для VIP-ов. Если у вас уже есть результаты в бизнесе и инфобизнесе, то тогда welcome. Если пока новички, пока смотрим видео. На сегодня это все. С вами был Алекс Авенго, и до новых встреч. Пока-пока.